цель Карл Ингрэм, цель Маркус Чарвисент. Наверное, я не знаю, как правильно прочитать. Stay Vincent, Stay Vincent. Маркус Stay Vincent, Stay Vincent. Окей, ладно. А, недоступна враждебная зона. А что надо сделать? Так, что нужно сделать, я вообще не понимаю. Ну давайте. 47, прием. 47, как слышишь, я здесь. Ты на месте? Направляюсь к точке входа. Хорошо, сообщи, когда доберешься. Окей, слушайте, это, ребят, Дубая. Дубая. Мы в Дубая. Я не могу выше, не могу выше. Вот, мышка моя, да? Мышка моя, я потеп... Так, ладно. Просто посмотрите на эти виды, ребят. Просто кайфаните в моменте. Не перелистывайте, не перематывайте. Просто посмотрите на это все. Великолепие. Я это все еще вижу в 2К. Вы видите, скорее всего... Ну, вы точно видите. Это в 1080, но, блин, 2К еще лучше. Скажем так. Хотя я в 1080 тоже наблюдаю. Тут, так сказать, на втором мониторе. Но здесь, конечно, это шикарно. Я просто кайфую от этих видов, от этой графики. Я, кстати, графику не на максимум еще выкрутить. Я боюсь, что там... Может, некоторые проблемки быть у нас. Ну, у нас не самый мощный комп, ребят. Вы, как бы, понимаете, кстати, можете подкинуть диджет на, чтобы он был охренеть какой мощный, чтобы мы могли на максимальный, так сказать, настройки играть. Здесь, ну, такие средненькие, средненькие настройки, но некоторые вообще штуки здесь я убрал вообще. Короче, что делать? Я не знаю дальше, что делать. Поэтому я, наверное, ничего не делаю. Блин, мне как... Я просто кайфую. Ладно, погнали. Что можно сделать? Я не знаю, что можно сделать. Что можно сделать? А, что, наверное... Все. Ух, чувачки мои, чувихи. Ребят, это, конечно, выглядит. Я, слушайте, мне просто возбуждение какое-то. Я просто кайфую от графики, серьезно. У, аж дыхание куда-то просто исчезает. Что это такое было сейчас? То есть мы как-то неловко повернулись. Ох, ребята. Посмотрите на эти окна, посмотрите на эти тени, посмотрите на эти отражения, ребята. Это... Хотя нет, тени здесь особо нету, по-моему, здесь вообще их нету. А вот отражение кайф. Так, давай забраться. Давайте. Блин, почему сюда? А, ну я понял, короче, это не так работает. Типа... А, я понял, нужно зажимать. Понял, все. Locked. Хм, заперти. 47, достань камеру и просканируй замок. Камеру достань. Просканируй замок. Какую камеру достать? Окей. Удавка, камера. Используем камеру. Примерно замок выйти за окна. Перепрыгнуть. Можем мы теперь. Так. Ну что мы теперь... Внутри. Я на месте. А, 47-й рядом проходит церемония открытия. Проберись туда и оцени обстановку. Я уверен, что где-то есть там план этажа. Понял. Мы должны действовать очень четко. Если Ингрэм и Стейвенсен узнают о нашем присутствии, мы упустим их навсегда. Мы почти у цели, 47-й. Не волнуйся, они никуда не денутся. Так, ладно, я вроде все успел прочитать, и это хорошо. Так, это что-то какая-то... Непонятная хрень. Тряпки какие-то или что это. Так, окей, мы можем использовать камеру. У нас есть удавка и камера, все. Я думаю, у нас есть пестик хотя бы. Что-то нам даже пестика не выдали на это задание. Очень жаль, могли бы выдать. Так, что это такое? Какие-то банки, склянки. Так, ладно, просто все как бы чекаем. О! Может, кофейка попьем? Можно кофейка попить? Я попил, если честно. Хотя я, на самом деле, в реальной жизни я почти не пью. Кстати, я не знаю, почему многие, так много людей любят вкус кофе. Ну, типа, без всяких там этих топпингов, сахаров и прочего-прочего всего. Мне он вообще не нравится. Это горькая какая-то хрень. Как по мне лично. Это только лишь мое мнение, ребят. Только лишь мое мнение. На объективность, как говорится, но не претендую. А что, это как-то поменялся? Я такой прям симпатюлечкой стал. Хотя и до этого я был великолепен. Так, ну да ладно. А что мы здесь делаем? А, что, что у нас? Блин, я не понял, что за sir, sir, sir. Может быть, hi sir, all sir. Скажет что-то? Ничего не говорит. Недоступно, между прочим, недоступна наша мэпа.
а что здесь мы можем и нам нужно делать вообще? Ага, я нашел нашего, нашу цель. Вот еще наша цель. Короче, мы, наверное, сначала сюда пойдем. Здесь какие-то такие пацаны серьезные. Серьезным таким видом нас смотрят. Оу, это что такое? Терминал, information. Слушай, я хочу обратиться к партнерам лично и втолковать им, почему все это происходит. Ну я понял, как бы, ох, это не очень, честно говоря, интересно. Ребята, вы можете это читать, вы все это видите. Так, у нас произошло сохранение. Сюжетное здание открыто. Providence partner, self-entitled and arrogant. Так, ладно, я понял. Вот же наша цель. А как нам ее завалить? У нас даже нету никаких пуколок. Камеры, что ли? Сфоткать. Че? Подожди. Фильтр. А че нужно? Че, фокус где? А че такое? Я могу отменить? Типа, а то... Как там спрятать меню? А что я могу сделать? Перемещение, Z. Фильтры какие-то, по-моему. Ладно, я не знаю, зачем эта камера нужна в этом случае. Ну это типа его личного охранника, что ли? Ну, наверное. Ну, учитывая, что у нас нету пуколок. Ой-ой-ой, я понял, что я не там, где я должен быть. И ну, бро, в принципе, staff only. Только для персонала. Я понял. Staff only, все. Не, ну я просто еще английский плохо знаю, как бы, так что вы, как бы, это самое то начинаю, да. Так, у нас есть удавка. Ну, как бы, сорян, но... Он мне просто нужнее. Command, you read me. Boys, I think we're about to go for... Leave the area! Ну что ж, теперь у нас есть оружие. Отключи. Давайте отключим предохранительную коробку на всякий. Может быть, это даже будет и неплохо. Так, ну что, теперь у нас чуть больше. Чуть больше. Так, вот наша цель. Так, у нас как бы есть еще вот это. Сорян. Девочка. Ты кто? Это что такое сейчас было? Я сейчас кого-то там. Какой живучий это. Так, пацаны, хватит тут развлекаться. That's the perp. He's changed his clothes. Take him down. Что-то как-то слишком уж много их стало. Все, пацаны, нормально. Все нормально. Фу. Что ты пилишь? Кто там еще? Что-то, блин, обалдеваю, типа, откуда вы все беретесь? Да откуда вы все беретесь? Твой, слышь. Thank you.
Что случилось, пацаны? Вообще хз. Вообще ужас какой-то. Что происходит? Чистая работа, казалось бы. Я думаю, можно уже засейвиться. Сохранить. Так, все происходит на сохранении, нормально. Ну что? Есть, так сказать, первое достижение. Yes, sir. В принципе, здесь неплохая вроде позиция. Looking good, man. Ладно, я Looking ее good. Просиронил, как обычно. Так что, блин, я не могу так быстро оценивать. Я просто так быстро не ходите. Что-то какие-то еще. А, ладно, плохо. Работан, блядь. Let's move on to Carl Ingram. Да закрывайся. We're not done yet. Роб, пацаны, чё, кого, как дела, как настроение? Так, перезаписываем еще разок. Ну чё, ребят, дальше идем, короче. Где у нас следующая цель наша? Ищем следующую нашу цель. Это, собственно говоря, выполнено успешно. Довольно-таки. Store Age. Ну, вроде как нормально. Так, здорово, пацаны, здорово. Так, чё кого? Где наша следующая цель? Пытаемся понять, наша следующая цель. О, высоко. Очень-очень высоко. Ладно, бежали вперед. What the hell? Это чё, как бы, без окон, без дверей? Обалдеть, вид, конечно, шикарный. Просто вау. Ну правда, типа, я кайфую от вида. Очень красиво. Так. Ну, очень такие жесткие, пацаны, смотрю. Как бы. Очень жесткие. Что-то вниз опять. А где вверх? А вот вверх что-то есть. Нам же нужно вверх подниматься, по-моему. Вроде как вверх. Пытаемся понять. А вот наша цель. Еще выше. Так, как выше-то еще подняться? Это вопрос на самом деле очень хороший. Ладно. Так, ломик. Ну, ломик, знаете, типа. А, вдруг там что-то где-то пригодится, правильно? Так, сейчас попытаемся понять, как подняться выше нам. Канистра с пропаном. Да не, ну это уж, я думаю, наверное, не особо. Сейчас нужно. Так. Как подняться выше? Security. Вопрос. Ключ охраны. Это вообще не помешает, я думаю. Хорошая пушечка тоже нам не помешает. Все-таки здесь возьмем эту. Так, пацаны, нормально. Sorry, пацаны. Нам не по пути с вами. I can't see him. Can anyone see him? Yeah, come on. I'm at the scene.
Че, кто? Твою ж... Бро, вообще не добро. А че вы такие все жесткие-то, опасные какие-то? What the hell? Не, пацаны, ну как бы тут, давайте-ка уже нормально. Собственно, у нас есть. Твою ж налево, ну что ты будешь делать?